Если дернуть за веревочку, один из них высунется. Там были ручки, но сейчас заметил. Ой, как это волшебно выглядит. Я знал, чем мы займемся первым делом, когда прилетим сюда и... Компьютер, очень самый мощный вселенский компьютер. А то они называются как самые лучшие, а вдруг это не так, надо же проверить сейчас прежде всего. Сейчас проверим. Сейчас будет самый крутой анбоксинг, который вы когда-либо видели. Раз. Два. Три! А вот четыре! Там были ручки, но сейчас заметил. Так, ну да, надо бы распаковать их сделать все. Тут 40. Ты снимался звуком? Да, конечно. Чтобы тут... Все хорошо открыть. Ну что, поехали, парни. А что я там вижу внутри? Компьютер, да? Компьютер. Очень там, самый мощный вселенский там компьютер. Там полный набор, ты увидишь. Ты просто вставишь. Так давай посмотрим, что там есть. Ладно, давайте посмотрим, что я вижу в этой коробке. Надеюсь на супермощный компьютер, который я нашел под елку на Новый год. Под елку, точнее. Здесь мы видим мышку Omen by HP. У меня такая есть. Даже получше есть, но все равно спасибо. Так. Вот, значит, здесь кабель, чтобы питание, так сказать, подключить. Его тоже сюда положим. Это клавиатура, я понимаю. Это у меня, конечно, есть уже такая клавиатура. И на этом спасибо, будет переносная. Вот он маленький, это шурупчики. Сейчас. Давай. Опа! А вот и он. У Пашкова хорошо. Может быть, это велосипед? Давайте-ка посмотрим. Похоже, нет на велосипед. Надо знать, с комороду. И вот он, красавчик мой. Мечта любого дотера. Проснуться в новогоднюю ночь и увидеть... Новогоднюю ночь, компьютер. А тогда Ярик. Я уже не терпится уже подключить его и посмотреть, на что он способен. Спасибо Омену за этот прекрасный компьютер и возможность стать лучше. За прекрасный подарок. Улыбка до ушей. Самый счастливый вечер в моей жизни. Словно 16-часовой полет пролетел как миг, когда мы открыли эти компьютеры. Поиграть этим компьютером, у нас есть шанс себя предоставить просто на все 200%. Да. Я знал, чем мы займемся первым делом, когда прилетим сюда, и это подбадрило меня. Первым делом нам необходимо сейчас подключить все эти компьютеры, давайте уж так. Да, поэтому... давайте начнем. А то они называются как самые лучшие, а вдруг это не так, надо же проверить сейчас прежде всего. Сейчас проверим. Вот. Начнем, да? Давайте начнем с опыта. Это правильно, Россия. И проверим наличие обновлений. Подождем. Ну что, прежде всего, когда включается компьютер, профессиональный геймер, любой, должен что сделать? Поставить 144 Гц монитор. Конечно же, компьютер это поддерживает.
без вопросов. Все, все теперь уже намного лучше, глаз радует. Прежде всего, я слышал, что здесь SSD-диск как-то очень интересно выглядит. Опа! Это два SSD-шника, как я понимаю. Если дернуть за веревочку, один из них высунется. Но я этого делать не буду, потому что все-таки у меня компьютер сейчас все устанавливается. Но очень удобно сделано. Прям кайф, кайф, кайф. Так, здесь, как я понимаю, можно еще открыть, посмотреть, что внутри. Так, раз. И... Вот это нанотехнологии! Опа! Все красненько горит, все красиво, пыли еще нет на этом компьютере, да и вряд ли появится с такой системой. Ой, как это волшебно выглядит. Так, протестировав этот компьютер от нашего спонсора, я хочу сказать, что производительность по сравнению с предыдущим увеличилась в несколько раз, и я очень доволен нашим новым приобретением. На самом деле, типа, какие кардинальные отличия ты просто заболел сейчас? Лучше графика, при большом количестве скиллов в драках и юнитов FPS почти не просаживается, только если слишком много, как, например, спам Шивы или Маршей. Все, думаю, не знаю, что сказать больше. В общем, все пошло в положительную сторону, плюс только. Гораздо лучше, чем предыдущий компьютер. Ну что, ребят, как ваша реакция, вообще впечатление от всех этих компьютеров, от такого подгона? Максимально положительно. Компьютер замечательный. Я доволен, как никогда. А еще такой небольшой сюрприз, типа совсем скоро будут мониторы, еще подгонят нам оминовские. Но как бы да, это прям такая совсем инсайдерская информация. Мы узнали это первыми после нас. Мы узнали первыми, да, почти. Спасибо, Омен, Заживем. В предвкушении. Спасибо. Заживем.